Итак, всем привет. Сегодня у меня уже третья тренировка пошла. Сегодня у меня будет довольно-таки веселая тренировка. Я буду делать круговые упражнения. Решил, что надо все-таки заняться физухой, да поплотнее. Я уже подготовил там несколько снарядов. Но объяснять я их не буду, потом просто все сами увидите. Тогда вначале, как обычно, 3 раунда по 3. Скакалка, разминка, бой с тенью, ну и потом приступлю уже. Выполнять буду следующим образом. 30 секунд делаю и 10 секунд, чтобы успеть сменить упражнение. И таких будет 5 кругов. Но я надеюсь, что все 5 я выдержу. Если нет, то значит буду делать меньше. Ладно, не буду тратить время. Итак, с разминкой закончил. Сейчас приступлю уже к скакалке. Забыл добавить, что когда буду делать круговые упражнения, постараться построить тренировку так, чтобы в каждом следующем упражнении мышцы из предыдущего задействовались как можно меньше. Соответственно, чтобы распределить нагрузку. Закончил, перехожу к бою с тенью. Прыжки с каталки дались мне как-то значительно легче. Это, не знаю, я, может быть, сегодня лучше отдохнул. Но хорошо, я только рад этому. Перехожу, как я сказал, к бою с тенью. Также 3 раунда по 3 минуты и буду уже тогда переходить к остальным упражнениям. Хорошо. Не успел я порадоваться своим успехом на скакалке и говорить, что не так сильно я устал, как бой с тенью. В первом раунде я уже сдох. Но кое-как доработал все 3. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, я переступаю тогда уже к остальным упражнениям. И потом уже просто растяжка и домой. Так-то, посмотрев на эту колонку, я решил перестраховаться и положил мне вот этот сверху коврик. Если упаду, хоть будет не так больно. Все-таки ноги жалко. Хорошо, ладно. Поехали. Упражнение закончил. В принципе, эта тренировка показала, насколько я днище, насколько у меня слабая физуха.
После второго круга, точнее во время второго круга, примерно на пятом упражнении, делал я уже еле-еле, так скажем. И с третьего по пятый круг я время сократил с 30 секунд до 20, чтобы хотя бы вообще доделать все эти упражнения, все эти подходы. Но тогда уже стало немного полегче, и я, в принципе, закончил. А сейчас чуть-чуть позанимаюсь 3 минутки с остальным стоячим мячиком, и уже буду тянуть, в принципе, и тогда буду заканчивать. Когда всем спасибо, кто смотрел, и тогда до новых встреч. Ставьте лайки. Я смогу сделать хотя бы раз как он. Ну, тогда, в принципе, все. Тогда пока.